Брускетта с грибами подается в качестве изысканной закуски. Грибы и лук надо карамелизировать, к ним добавить ароматные специи и все это подать на золотисто-хрустящем багете, смазанном сыром. Как приготовить брускетту с грибами? 1. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Досмотришин вида и я предложу записать список ингредиентов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Лук, 2 штуки. Оливковое масло, 5 столовые ложек. Коричневый сахар, 1 чайная ложка. Грибы, 100-150 грамм. Шампиньоны. Масло сливочное, 40 грамм. Белое сухое вино или винный уксус, 3 столовые ложки. Соль, перец, по вкусу. Тимьян, по вкусу. Хлопья чили, по вкусу. Багет, 1 штука. Чеснок, 1-2 зубчиков. Бальзамический уксус, 2-4 столовые ложек. Творожный сыр, 120 грамм. Количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Приятного аппетита, приходите еще.